Народной Республики этот год объявлен годом педагога и наставника. У нас работает прекрасная библиотекарь, знаток своего дела, Лашковская Людмила Ивановна. Много лет она посвятила этой профессии, и сегодня она в строю. Сейчас, Людмила Ивановна, ребята вам расскажут стихотворение, которое они приготовили. Библиотекарь, душ наших лекарь, его невозможно не почитать. В нашем маленьком государстве школьном профсоюзный комитет решил учредить наградной знак «Ветеран труда». Пока наше большое государство готовится, то в нашем маленьком государстве вы становитесь обладателем этого знака. Разрешите, я вам его приколю, и надеюсь, что вы будете его носить с гордостью, как действительно настоящий ветеран труда. Спасибо. К этому знаку полагается вот такое удостоверение. Спасибо. А также профсоюзный комитет награждает вас денежной премией. Обратите внимание на открытку. Она handmade. Создана с помощью детей. Это вам спасибо. Тоже память о сегодняшнем дне. Поздравляем! Дорогая Ольга Михайловна, 43 года пролетели как один день. И вот сегодня вы в строю, славьте Господа. И будете, конечно же, долго еще в строю. Профсоюзный комитет учредил награду в рамках нашего школьного государства. Это знак отличия «Ветеран труда». Да. Я надеюсь, Ольга Михайловна, что вы будете носить этот знак каждый день, ну хотя бы в праздничный. Так, минуточку. Что, так пальцем тыкали? Нет, Ольга Михайловна, ну при чем тут тыкали пальцем? Для красоты. Что это бабушка-старушка тут делает? А там мелко написано. Мелко, не увидеть. Там, может быть, там книга и перо. Здесь написано, что... Памятным знаком «Ветеран труда» награждается Филиппоненко Ольга Михайловна. Профсоюзный комитет в этот знаменательный день вручает вам премию на что-нибудь красивое, хорошее, доброе. Но вы обратите внимание на открытку. Это же конверт для денег, который сделали дети, чтобы вы не забывали свое прямое предназначение. Учитель начальных классов. А сейчас дети пришли вам почитать стихи. Достойно отмечен ваш труд. И вас поздравить мы рады. Просьбы друзей и коллег с полученными наградами. Работайте вы с душой. Отдавая себя без страха. И пусть бывает порой не все так просто и главное. Желаем по жизни идти и все одолеть преграды. И пусть вас на пути встречают и лишь награды. Желать сейчас не станем счастья. Вы бедствует, прожили не зря. Мы выражаем благодарность, пред вами голову склонят. Желаем всем больших терпения, пусть хвори ваши отойдут, пусть радует тепло любимых, пусть дом наполнит вашу жизнь. Пусть будет удача, пусть будет везение, успех не покинет вас и вдохновение. Работа останется делом любимым, всем нужным, почетным, неоценимым. Спасибо. И, конечно же, цветы и новые.